смысл того, чтобы выйти из Египта и войти в сердца товарищей? Какое действие совершает Творец над нами? Что это за действие, когда мы все входим вместе, соединяемся сердцами? Действие. Мы не говорили о поручительстве. Главное — это поручительство. Человек да поможет ближнему, чтобы мы думали, как каждый из нас, соединен ли он внутри группы и отрывается от себя, соединен с группой, группа — это его сердце, группа — это его голова, разум, и что он включается туда, а сам у него нет ничего, кроме того, что есть внутри группы, как общий разум и сердце. И в этом он отменяет себя относительно группы, и в этом он становится как один человек с одним сердцем. Такие упражнения каждый должен делать с собой, насколько нет у него, кроме общего разума и общего сердца, ничего группы, только в постижении одного для всех разума и сердца они выходят из Египта и начинают исправлять тогда эти разумы и сердца вне Египта разными действиями, которые уже являются частностями, как соединить себя вместе, чтобы прийти к системе Адама Ришона.